Всем привет, ребятки! Хотите увидеть, как ремонтируют железную дорогу в Польше? А именно в Познании. Здесь в свое время был очень и очень хороший маршрут трамвая прямо в центр города. А сейчас это все закрыто, потому что сейчас идет, даже это можно сказать, не ремонт, а заново все строится. Полностью, видите, убрали старую железную дорогу, сняли рельсы, сняли шпалы. Рельсы, шпалы. И будет новая железная дорога. Уже целый месяц, как закрыта железная дорога. И вот через сколько месяцев она будет готова? Пока месть неизвестно. Но мы все жители района ждем, потому что, чтобы добраться, например, до Познань-Плазы, приходится идти 2,5 километра пешком. Ну, если, конечно, не на машине. На машине это можно. А общественным транспортом не добраться. Либо доезжаешь автобусом, потом идти 1,5 километра пешком. Ну, я иду из дома 2,5 километра пешком. В принципе, это недалеко. Ну и не совсем близко. Вот я впервые вижу, как ремонтируется, вернее, полностью заново строится железная дорога. Именно для... Здесь, видите, здесь ездят электрички. Сверху натянуты электропровода. И она аж туда. Дорога, конечно, очень-очень длинная. Все очень, видите, как основательно. Привезли он много-много песка. Сколько он камней. Это, наверное, все вырывалось. И вот мне интересно, это камни. Уже сверху, наверное, камней будут ложиться рельсы, шпалы и так далее. Так вот выглядит стройка. Еще бы, конечно, сюда прийти в будний день, чтобы увидеть, что же они тут делают, интересно. Я, может быть, приду, посмотрю. Здесь, конечно, вот это мне не нравится, когда ездят на электросамокатах и потом бросают их в непонятном положении, в непонятном состоянии. Конечно, по GPS-навигатору их потом ищут, их определенная компания их снова забирает, но я не понимаю, зачем вот так вот бросать их прямо тут внизу, вдоль дороги. Здрасте. Вот сегодня у нас сентябрь, конец сентября. Вот посмотрим, мне просто самое интересное, за какой период они сделают железную дорогу. Я так понимаю, откроют уже полностью тогда, когда сделают всю. Ну, желаю удачи всем строителям, инженерам, кто проектировщикам. Все получалось, все складывалось. И скорее у нас открылась здесь железная дорога для электричек Познани. Ось бачите, зараз я зайшла на мост і перехід. І ось з моста, отут я вам знімаю, показую. Ну, дуже-дуже велика, звісно, робота вже зроблена. Дуже багато зробили. Гляньте, бачите, скільки багато піска навезли. І от ті дійсно вже, бачите, і вже і рельси, і шпали, вони вже дуже-дуже такі старі. Тому, мабуть, пройшов час для їх відновлення. А мабуть, я так гадаю, що буде ось тут железна дорога, так? А з цієї сторони, з другої, мабуть, щось буде ще строїтися. Або розширюватися. Щось я не зовсім... Ага, таки, як вроді щось повинно бути, чи якась така площадочка. Не знаю. Ну, побачимо. Час покаже. Хочу сказати, що в Польщі, як за моїм спостереженням, дуже швидко будуються ці дороги. Там у нас дорога на Наромовіця, теж збудували нову трамвайну лінію, то за рік
чи півтора, зробили повністю. Повністю все з нуля. Там нічого не було. Навіть знесли будинки. Я маю увазі, не було вагулі, зовсім не було залізних цих споруд, залізної дороги. Вони по-новому. А тут, бачите, все ж таки вона була, тому... Але, бачите, все, все старьо виконали, весь хлам. І будуть класти все новеньке, гарненьке.